Есть признаки правильной веры. Священное Писание, приход личности, который уполномочен дать знания людям. Это может быть пророк, это может быть сын Бога. Дальше следующий критерий. Святые люди. Если святость есть в этой вере, значит она правильная. Следующий критерий. Вера не разрушается временем. Время проходит, все то же самое. Следующий критерий. Вера дает возможность побеждать судьбу. Человек верит, и у него пошло все изменяться в жизни, лучше стало. Это значит, что это от Бога. Следующий критерий. Не прерывается цепь преемственности. От одного к другому человеку передается знание. Не прерывается. Это от Бога. Следующий критерий. Вера утверждает, что Бог один. Это правильная вера. Много богов? Нет. Это правильная вера. Дальше вера утверждает, что человек живет вечно. Он душа. Вера утверждает, что есть рай, есть ад. Это правильная вера, потому что так и есть. Вера утверждает, что за что делаешь в жизни, за то и получишь. Это правильная вера. Еще она утверждает, по твоей вере тебе и достанется. Все. Во всех верах, в которых вы это услышали, это правильная вера. Понимаете? И вот читайте Библию, Коран, Тору, все везде одно и то же. Я изучал.